класс GTEC, она вроде тоже не особо тяжелая, 112 грамм всего. Но, блин, все равно вес, конечно, ощутимо. Ощутимо, 59 и 112 грамм, когда ты в руке постоянно ей ширкаешь по коврику. Она, конечно, меня тоже супер устраивает. И, как говорил один человек, как бы вес — это хорошо. Вес — это надежно. Тяжесть — это надежно. Добрый вечер, Мэйл, анимешник, здорово. Если не видишь, вон он бегает по улице прям. Зашел на первый этаж, скорее всего, уже сейчас. Где, да? Да. Дерево тут. Здорово, блин, чел. Минус. Да. Он ко мне попадает, у меня игра останавливается. Отвисает, он опять по мне попадает, она опять зависает. Корпус борта 130-го прыгал по полной, ничего не сушит, пару раз на льду ломал штык-нож и все. Полк, не. Не, это ты все врешь. Эксперты, как бы, страйкбола, блин, поспорят с тобой насчет этого, понимаешь? Они так не прыгают. Снаряги из пенопластного вместо пластин. Так что с ними лучше не спорить, как бы. Ты запрыгиваешь, да? Ходит по дереву. Внутри. На первом, гараж, по-моему, этаже. Что-то? Может быть, да, гараж. Убил. Гараж. Ебать, что за Бэтмен? Наверное, стример какой-нибудь. Бля, я тут под симбу открыт. Я с главного захожу. Короче, если сдохну, меня убили с симбы. Нет, не стример. Просто чел отыграл хорошо. Я водолазом. На голову спрыгнул? Ну, с балкона. Челобот был. Тише. Первый. Челока убил. Я тут человек в бассейне сидел, короче. Да, когда воду дадут. Mm. И ты заходишь, например, не знаю, в Меченку или в какой-нибудь вот отель дорогой, да? Ты себе купил снарягу там на лям. Ты готов. Готов сражаться, вот именно перестреливаться с типами. Ты уверен, что хорошо отыграешь. И просто голый чел с гранатой вот так в руках сидит, тебя ждет. Ты выходишь, он кидает, вон тебя побеждает, понимаешь? И при всем при этом... Во-во-во. Сидит чел, тебя ждет. Ты заходишь в нему, к нему в хату, и играет вот эта музыка. И он тебе кидает просто РГН-ку в лицо, и все, ты понимаешь, что ты проиграл. Не потому, что ты плохо отыграл, а потому, что добавили такую замечательную гранату в игру. Зелёный няни. Бегает по стройплощадке, чел. По нему работают. Убил. Попал? Убил, убил. Иду к магазину. Че, отель идем? Да, пойду типочка заберу. Я пошел потихоньку в сторону верхнего отеля. Там по ущелью пошел? Я уже напротив нижнего. Я по камням пойду, да. Да. Бодрый чел у меня. Справа. Понравилось, чел? Пилиться будешь?
Хе-чич, гляньте на эту дверь. Это маленький, да? 17-й. Я тут ни при чем. Это чат меня подговорил пойти на таможню с Сайгой. Я тут вообще не при делах. Это на старой заправке, походу. Можем успеть. Они убили его только что. Они только что убили Леню. Так. Интересно, один такой? Вроде один. Что это мы тут ходим по краешку карты? В общашке не заходим ко мне. Что мы тут лазаем? Так. Еще желающий. Ой, типа там хорошо. Ой, хорошо ему. Сейчас, чел, погоди, 5 секунд. А тут стоит. Хелиться будешь? Тебе ж на вроде нормально зашло. Перезаряжайся. Так. Ой, ой, молодец. Все по таймингам сделал, чел. Тебя надо хилиться, блин. Стонет и хрипит от удовольствия. Да-да-да. То есть вот тут троем были все это время. Их разряжать. Потом можно с ними будет побаловаться, походить. В смысле? Сервер экс... Что? Сервер экстеншн, объект рефер... Not set on... А? Надо скриншот, короче, сделать. Отправить потом разрабам. Шо, блять? Что? Я не могу патроны разрядить. Вот этот прикольно отъехал. Выходит такой в щелочку посмотреть. Ему банс. О, 42-й. Вы гляньте, гляньте, бля, какие у них шмотки. Ёкарный бабай, вы шо? Ребятишки. Шо вы сидите-то, ну? Сюда. Ну, потому что ты на него повешал предметы, которые не найдены в рейде. Поэтому у тебя галка с дробовика пропала. Если ты с него снимешь... Это Бэмби какой-то, я уверен.
Не спрашивайте, как я узнал. Зимние карты? Нет, скорее всего, не будут. Это бот заспаунился. Хрена у тебя КСУшка, чел. Пойдет. Ильдар, здорово, добрый вечер. Опа. А, вон он убил юсековца, понял. Это не он вроде стрелял, ни хрена. Хотя калаш, вроде калаш стрелял. Вот тут ходит надо мной. Томочку забыл, да я понял. Блин, сколько? Время 2 часа ночи. На серверах появились фулки. Где вы до этого были, ребята, блин? Блин, я им всю броню, кстати, уничтожил. Обоим. Пипец. Так. Серьезно? Так, что у нас получилось? Получилось пятеро. Вот последний, конечно... Фатшраут. За что он так с майком? Последние, конечно, вкусненькие получились. Вот. HyperX Hustle, короче. Вся сквозная. Но тут я уже понаклеил вот эти резиновые накладки. Они в комплекте были. Потому что мне с ними как-то более она приятнее в руках сидит. Единственное, что мне в ней не зашло, лично для меня, у меня она, мне она маленькая. Не хватает места большому пальцу, потому что она в высоту слишком маленькая. По сравнению с G603, которая у меня беспроводная. А так, сама по себе, как бы, что я только ее сегодня подключил, сразу пошел играть в Тарков, и сенса отличная, поставил тоже 800 DPI, типов на маяке спрейл вообще неплохо, то есть трекинг у меня не пострадал. Еще вот, знаете, минус, вот эти кнопочки боковые, вам видно их, эти боковые кнопочки, да? Они узкие тоже, опять же, они очень узкие. По сравнению с 603 кнопочками, видите, какие широкие? И тут кнопочки. Маленькие, узкие. Тоже мне как бы большим пальцем неудобно их нажимать. Я теряюсь и нажимаю не ту кнопку, например. Так что вот так, чатик. Мыша хорошая, но для большой руки как бы, наверное, не подходит. И супер легкая, она очень легкая. 59 грамм всего весит. Моя та мышка 112 грамм с одной батарейкой. Как-то так. Как Сашка после бафа, да хрен узнает, один рейд сходили,
вроде неплохо. Главное не зажимать реально. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.